Фима ходит по квартире и ищет свидетельство о браке и кричит: «Соня, ты не знаешь, где эта бумажка о тюремном заключении?» Она ему говорит: «Фима, ша, это твой пожизненный абонемент на трехразовое питание». До завтра. Надпись на двери кабинета начальника: «Вазелин еще нужно заслужить». До завтра. Одесса, Приморский бульвар, стоит молодой человек. Мимо проходит красивая девушка с 7-м размером груди. Он подходит к ней и говорит: «Девушка, скажите, пожалуйста, а можно вас поцеловать в грудь?» Она говорит: «Да вы с ума сошли». Он говорит: $100. Она говорит: «Так я замужем, 200. Так я позову мужа, 300. А он приведет с собой охранника, 500. Она так думает: ну, 500 так 500. Поднимает майку и говорит: «Ну, что ты не целуешь?» Он так смотрит на грудь так: «Дорого». До завтра. Встречаются два одессита, один другому говорит: «Изя, скажите, эта картошка у вас на посадку?» Он говорит: «Нет, на взлет». Пока, до завтра. Встречаются два одессита, один другому говорит: «Сема, я слышал от соседей, что у вас постоянные трения с Розочкой». Он говорит: «Да шо ты, трения с Розочкой у меня есть, но только в хорошем смысле этого слова». Пока, до завтра. Встречаются два одессита, наливают по стаканчику, один другому говорит: «Давай выпьем за здоровье». Второй: «Нет, давай выпьем за удачу». Первый: «Нет, давай выпьем за здоровье. Вот недавно удача лежала рядом, а здоровья не хватило». Пока, до завтра. Встречаются два одессита, один другому говорит: «Сема, я не могу понять, вот почему Рождества два, а крещение одно». Пока, до завтра. Встречаются два одессита, один другому говорит: «Изя, мне кажется, что моя Сара мне изменяет. Может, ее сводить к гинекологу?» Он так: «И что он там увидит? Список входящих?» Пока, до завтра.